Сегодня губернатор провел совещание. Главная тема – вакцинация населения от коронавируса. До 15 мая главы территории Приморья совместно с региональным Минздравом должны создать новые пункты вакцинации в удобных для граждан общественных местах. У нас сейчас есть динамика прироста вакцинировав, но она недостаточна для того, чтобы выполнить полный план по вакцинации населения, который доведен нам Министерством здравоохранения Российской Федерации. Еще раз напоминаю, мы должны привить более 60% от числа жителей, подлежащих вакцинации. Сейчас привиться против коронавирусной инфекции можно в 52 пунктах вакцинации. В некоторых из них предварительная запись не требуется. В остальных записаться можно по телефону, в регистратуре медучреждения, а также на портале госуслуги. Для вакцинации никакие дополнительные тесты и анализы не требуются. Наличие антител от принесенной ранее инфекции не является противопоказанием к иммунизации. На сегодняшний день в крае привито более 112 тысяч приморцев, а иммунизацию завершили свыше 80 тысяч человек. Екатерина Зверева, Олег Завялов. Новости на Восьмом.